Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин представляет книгу Натальи Правдиной «Азбука успеха от А до Я». Читаю аффирмации из этой книги. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Меня окружает энергия изобилия. Меня переполняет энергия и радость жизни. Словно губка я впитываю благотворную энергию процветания. Я открываюсь всепроникающей энергии изобилия. С каждым днем все энергетические ресурсы моего организма пополняются. С каждым днем я здоровею и крепну. Вся энергия Вселенной для меня. Мне это нравится. Я распространяю вокруг себя энергию успеха. Источник моей энергии бесконечен. Божественный свет наполняет меня энергией молодости и красоты. Мои энергетические ресурсы неиссякаемы. Исцеляющая энергия Вселенной в моих руках. Я открываю в себе неиссякаемый источник жизненной энергии. Я наслаждаюсь энергией молодости и красоты. Я есть любовь. Я есть мудрость. Я есть счастье. Я есть солнце божественной любви. Я есть дух высшей мудрости и божественной любви. Я есть абсолютная сила и божественная сексуальная энергия. Я есть любовь, сила и счастье. Я есть дух высшей любви. Я есть радость. Я есть красота. Я есть здоровье. Я есть дух высшего процветания. Я есть божественное выражение творческих сил Вселенной. Я есть дух высшего здоровья и божественной любви. Я есть абсолютная сила и энергия здоровья. Я есть молодость. Я есть солнце божественной привлекательности. Я есть изобилие. Я есть дух высшего изобилия. Я есть сила. Я есть абсолютная сила и энергия изобилия. Я есть сияющее солнце богатства.